My name is Lonnie Harrison. I'm an assistant professor of Russian, the Department of Modern Languages at the University of Texas at Arlington. I'm going to read from The Gulag Archipelago by Alexander Solzhenitsyn, a Nobel Prize-winning author. It was a book banned in the Soviet Union because it is the first book to expose the extent and the conditions of the Soviet prison labor camp system. Арест. Как попадают на этот таинственный архипелаг? Туда ежечасно летят самолеты, плывут корабли, гремят поезда, но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты софтуриста и интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билетик. Ни всего архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали. Те, кто едут архипелагом управлять, попадают туда через училища МВД. Те, кто едут архипелаг охранять, призываются через военкоматы. А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно через арест. Арест! Сказать ли, что это перелом всей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмешаемое духовное сотрясение, с которым не каждый не может освоиться и часто сползает в безумие? Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас – центр Вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят «Вы арестованы». Если уж вы арестованы, то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении? Но затмившимся мозгом, не способны охватить этих перемещений мироздания, самые изощренные и самые простоватые из нас не находятся и в этот миг из-за всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как «Я? За что?» Вопрос миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа.